Даже на собственные свадьбы. Она заблудилась. Она знает английский, чтобы спросить дорогу. Мадлен, прекрати. Улыбнись, Кортни, у тебя напряженка с чувством юмора. Мейсон, я извиняюсь за поведение Мадлен. Не думаю, что все восточные кэппелы ведут себя подобным образом. Каким образом? Предательски? Хамски? Подло? А я-то считал, что у нас монополия на это. Похоже, мы зря одевались. Очевидно, Сантана решила не выходить замуж. Сантана, подожди. Оставь меня в покое, я опаздываю. Нет. По-моему, ты свихнулся. Возможно, но самую малость. Пойми, ты возненавидишь Мейсона, а он тебя. А Брэндон будет несчастным. Я получу Брэндона, отпусти меня. Пожалуйста. Свадьба состоится. Ну хорошо, я задержу тебя только на одну минуту. Что еще? Ты еще хоть немного любишь меня? Круз, не надо, Круз. Скажи. Какое это имеет значение? Ответь, любишь или нет? Я ответила на все твои вопросы. Самое главное, ты не любишь меня. Круз, оставь меня в покое. Не понимаю, зачем мы тащились сюда из Гонконга. Тише, Мадлен. Никому не нужна эта свадьба. Ты не тактична, Мадлен. Это правда. Мадлен, посмотри. Это ты посмотри на подружек невесты, как будто их взяли на прокат из публичного дома. Мейсон будет расстроен, если Сантана не появится. Не очень долго. Зато Сиси будет счастлив безмерно, не так ли, Сиси? Вы обращаетесь ко мне, Мадлен? Да, Сиси. А твои жены опаздывали на венчание? Мадлен, мне кажется, вы приехали сюда не только на свадьбу. Давай прекратим обмен любезностями. Лучше расскажи мне о цели визита. Я не понимаю тебя. Я неплохо знаю моего почтенного братца. Он наверняка послал вас с какой-то тайной миссией. Сиси, твое недоверие больно ранит. Тогда, дорогая моя, ты можешь истекать кровью, но будь уверена, я узнаю все. Боже, я не имею ни малейшего представления, о чем он говорит. По-моему, речь идет о давнем соперничестве между нашими родителями. Насколько мне известно, они не виделись довольно давно. Наверное, на это были причины. Извините, святой отец. Мне нужно поговорить. Как больно. Только этого мне не хватало. Спокойно, она не сломана. Обыкновенный выгиб. Я должна как-то дойти. Подожди, я советую тебе немного отдохнуть. Венчание без меня не состоится. Сантана, дай я взгляну на твое кольцо. Дамы и господа, попрошу вашего внимания. Я должен сделать заявление. Проснитесь. Что? У меня для вас есть новость. Я уверен, что большинство из вас обрадуется, несмотря на то, что моя репутация несколько пострадает. Свадьба не состоится. Нет, она не переносится. Ее вообще не будет. Я передумал. Я сказал Сантане, что не... Не обращайте внимания, она славится своим снобизмом. И горжусь этим, на Востоке такое невозможно, мы бы нашли способ оживить этих сонных. Мадлен, ты права, Кортни. Так нам и надо поступить. Здесь ужасная тоска. Не надо быть пессимисткой. Есть способ расшевелить их. Извините. Прошу внимания. Я предлагаю немного повеселиться. Может, сыграем во что-нибудь? Ну? Ну как? Готовы? Ну? Начали. Они ждут, не дождутся, Кортни. Который Сиси женился и с которой развелся в течение года. Ну да, она самая. Надо с ней познакомиться. Тедди, помоги нам, пойдем представь нас ей. Не буду я вас ей представлять. Нет, будешь. Ты нашла Сантану? Нет, но я поняла, что это касается только Мейсона и Сантаны. И мне не надо вмешиваться. Ну что, будем мы играть в эту шакалью охоту? Нет.
Давай лучше поедем домой. Приедем и начнем наш медовый месяц сначала. Согласны? А это наша динамичная парочка, Кортни и Мадлен. Рада познакомиться. Я очень рада, мы столько про вас слышали. Да уж, наверное. Кажется, вы тоже с восточного побережья. Я из Атлантик-Сити. Нью-Джерси? У нас есть знакомые в Нью-Джерси. Да, Кортни? Конечно, Никсоны. Извини, Мейсон, мне нужно бежать, спасибо. Приятно было познакомиться с такими милыми барышнями. Ты должен познакомить их со своими друзьями, они найдут общий язык. Ну и как вам леди из Нью-Джерси? Она красива. И прекрасная пара для детей. Не понимаю, почему он с ней развелся.